красота. Нравится? Да. Браво, молодой человек, было вкусно. Спасибо. Где ты его нашла? Скажи, ты умеешь водить машину? Мне завтра нужно съездить в Цюрих и вечером обратно. Ты свободен? Да? Да. Мы снова вместе. Теперь навсегда. У тебя есть жена? Я знаю, тебе чего-то не хватает. Каких-то важных вещей. Ребенок это изменит. Мы можем уехать отсюда. Кто сказал, что чувства всегда взаимные? Взаимные, но не одинаковые. Что ты сделал? Думаешь, такого, как он, нельзя купить? Я делаю это для тебя, для нас. Тебе страшно?